чтобы вы поддержали отличный коллектив «Карабинер», потому что сейчас не так много трэшевых бат. Тем более играющих такую настоящую музыку, настоящий трэш, а не как много хуйню, которая там, блядь, наваливает. Так что поддержите нас, давайте устроим настоящий слэм и покажем, что есть еще металлисты, есть трэшеры, есть дезеры, и наш стиль живет и продолжает развиваться. Так что поддержите нас, ребята. Ребят, следующая песня принадлежит легендарной группе Sodom! И она называется Sodomy and Lust!
Следующей нашей вещью мы открываем наш дебютный записанный пис-педакт. И эта песня — это манифест здорового человека в современном радужно-толерантном мире. Мы знаем эти тенденции популярны, но мы с ними разительно не согласны. Мы считаем, что вы вольны выражать свое мнение, несмотря на то, кого она не устраивает, это ваше мнение. Поэтому следующая пис называется «Интолерант». I'm gonna go, I should have stopped.